Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою новую серию из народных видеорецептов по лечению и помощи при бронхиальной астме. Заболевание это очень тяжелое, поэтому нужно, не прекращая, работать с различными рецептами. Я создал уже плейлист, в нем будут помещаться все новые и новые рецепты для таких больных. Ссылка на этот плейлист появится в конце этого видео. Обязательно сохраните его у себя на канале, так как рецепты там будут постоянно прибавляться. А рецептик на сегодня такой. С лечебной целью мы будем применять корень солодки. Необходимо его купить в сухом виде в аптеке или заказать в интернет-магазинах. Один курс лечения продолжается ровно 21 день. Потом необходимо сделать первый раз 2 недели перерыва. Далее еще раз второй курс 21 день проходим, 3 недели перерыва. И третий курс 21 день проходим. Потом необходимо перейти на другие рецепты. К этому рецепту после третьего курса можно возвратиться через 3 месяца. Что же необходимо делать? Для этих целей выделите себе кастрюльку небольшую, хорошо ее идеально вымойте и только для этого используйте. Далее необходимо, чтобы у вас каждый день была свежеразмороженная талая вода. Также можно использовать воду из целебного источника, если у вас такой недалеко имеется. Далее берем наш сухой корень. Необходимо его на электронных весах домашних, кухонных, взвешивать обязательно. Необходимо примерно 10-12 грамм сухого корня. Можно его немножечко еще вот так измельчить. Опускаем его в кастрюльку. Заливаем 250 миллилитров нашей живой воды. И начинаем кипятить. Кипятим на пределе закипания, чтобы ничего вот так не булькало сильно и тем более не переворачивалось. Кипятить ровно 10 минут. После этого отставляем кастрюльку в сторону. Хорошо ее укутываем полотенцем или маленьким одеялом. И 2-3 часа все настаивается. После этого необходимо все процедить. Помещаем все в чистую небольшую баночку стеклянную. И ставим наш отвар в холодильник. Принимать 4 раза в день по 1 столовой ложке. Просто выпиваем наш отвар. Пить нужно или до еды, или через 1,5 часа после еды. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!